Ангарская метеостанция сегодня утром зафиксировала минус 44,6 градуса. Это абсолютный максимум за эту зиму. Но рекорд за историю наблюдений с 1979 года не побит. В 2001 году в январе абсолютный минимум за весь период наблюдения – это минус 47,5. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году у нас температура не опускалась ниже 33 градусов, то есть зима была теплая. По данным метеорологов, температурный рекорд по области был побит в 1915 году. Тогда в Иркутске термометры показали минус 50,2 градусов. По сравнению с ними, сегодняшние минус 44 – это цветочки. В травматологическом отделении БСМП сейчас проходят лечение 5 пациентов с диагнозом обморожения. Но все они поступили до холодов. Если все-таки отморозились, на первой стадии это, как правило, побеление тканей возникает, да, почувствуя онемение. Если появляются все-таки уже какие-то пузыри, отек, то надо все-таки обращаться к врачу. И чем раньше, тем лучше. Медики советуют сократить до минимума время пребывания на морозе. Ученики младших классов могут не посещать занятия уже при минус 30. С 5 по 9 при минус 35 градусах, старшеклассники при минус 40. Детские сады работают. Решение, приводить ребенка или нет, принимают родители. Из-за морозов вышли из строя два светофора на оживленных перекрестках. Сотрудники ГИБДД патрулируют участок Московского тракта. Проведено рабочее совещание с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. Все приведены в режим повышенной боеготовности, так скажем. Надеемся, что вот эту холодную неделю мы проживем без каких-либо эксцессов, поэтому пока все в рабочем порядке, отключение каких-либо теплоснабжений не происходило, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Не упустили случая подзаработать частники, занимающиеся отогревом авто. В воскресенье помощь по разморозке машины оказывали за 700 рублей. В понедельник цена выросла в два раза. Не рискнувшие выехать на личном или общественном транспорте люди увеличили спрос и на такси. Извозчики также подняли расценки. Уже завтра синоптики прогнозируют потепление. В течение дня ожидается минус 25, минус 30, а ночью минус 37. Как говорится, крепитесь, люди, скоро лето. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.